работы. Захватить туловище. Захват туловища. Туловище двумя руками. Так, Чезар, туда отжимание, припресс, бутылку зашел где-то у него. Влад, зашел. 300 отжиманий, 300 старенький. Хорошо? Давай, 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 работай, работай. Так, пацаны, вы не работаете, вы будете сейчас отжимания делать. Дай. Владимир, я не понял, Владимир. Да. Он младше тебя на один день. Нет. Он младше. Давай, работай. Салага, блин. Пришел в маленький. В ночнушке пришел. А чего у вас реально? Что? Это не считается вот это. Нет. Забрать, 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 забрать. Работать, Владимир, не останавливаться. Он уже боролся три схватки, блин. Давай. Выиграл, молодец. Вот так, Даник, дави салагу, блин. Зайди назад и затуда еще его. Значит,
надо туда, где вот, вот упал, например, на это, на кресло, и голову сломал. Отлично. Это значит нормально. Так, все, мы вдвоем. Один поступок в этом плане. Вы выталкиваете, вы защищаете. Дальник Владимир, сюда. Сюда, ко мне. Так. 5 минут. Еще раз, посмотрите внимательно, как уходить. Вот, Даник меня хочет выбрать. Нет, ну, не так, я не делаю. Я понял. Я думал, кто нет, нет, вот отсюда он меня выталкивает. Вот у вас есть руки? Вот, давай, потихонечку. Вот убирайте ручки сюда. Раз, чуть-чуть уходите сюда. Раз, сюда. Вот руками. Руками сюда, убираем сюда и уходим. Готовы? Выталкиваешь его. Владимир ушел. Хаживаем. Пошли. Только выталкиваем. Выталкиваем. Осторожно головой. Давай, давай, выталкиваем, выталкиваем. Пастухов не держать его. Боишься, да? Зайти назад, пень или вытащить. Выталкиваем. Не даем. Дергаем. Хорошее лицо. Лицом не ударьтесь. Давай, 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 давай. Вот так, хорошо, молодец. Ну, есть, молодец, золотого лица. Еще, еще. Владимир, поменяй тайника. Пошел. Больше руками, больше руками, больше руками. Оп! Должна. Владимир, смотри, куда выталкиваешь. Сюда выталкиваешь, сюда. Больше руками, не бросайтесь на него, руками, ближе подходите, чуть-чуть выталкивайте. Вот так, молодец, молодец, пошел, пошел, Владимир, не стоять, не давать ему жить. Честно, без захвата, стараться не держать. Хорошо, бутук поменялся с этим, с Угуряном, Угуряном туда, бутук сюда. Так, Даник поменялся. Хаживаем. Все, 2 минуты. Работаем, работаем. Не даем Чезару, чтобы он умер. Даем или не даем? Хорошо, стоп, 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 аккуратненько. Хорошо, Матея. Поклонились, одели куртки. Без пояса куртки одеваем. Удушающий прием. Первый номер становится высокий партер. Вы захватываете правой рукой. Стоя перед ним. Раз, захлёстываем, шагаем, перешагиваем. Оп, и заново поворот вперед, удушающий. Делаем по 3 раза, пожалуйста, пока. Сейчас побоим, покажи нам, Пастухов, еще раз, удушающий, Влад, высокий фактор. Влад, высокий, пожалуйста, пожалуйста. Высокий, Влад, пожалуйста. Смотрите, да, он выше чуть-чуть, вот так, выше, выше. А, смотрите, взял за 2 раза, ручку, ногу, о, и отсюда кувырочек, удушающий. Делает 2 раза он, 2 раза Влад, 2 раза Влад, 2 раза Артем. Нет, мы нет. Нет, тест с ним остаешься, мы по 2 раза иди сюда. Делаешь одному, потом другому. Одному, Влад, ты с Чезаром. Нет, Влад, ты с Чезаром. Один здесь становится, другой здесь. Ты делаешь одному, потом ему.
Пошли. Хорошо. Не вижу. Хорошо. Он рядом ко мне. Один раз ты, один раз он. Ко мне. Нагрел, да? Но это не значит, что вы встали на колени, там, захват, еще что-то. Так, Бутук, идешь к этому. Владимиру. Еще раз, любой захват, оторвать соперника от ковра. Стоп. Сделали парочку наклонов, сделали. Раз, два, три, четыре, да. Еще. Thank you.
хорошо. Все, следующее. Подъем. Вот так. Есть, молодец, Пастухов. Таня, ходи в кимоно и не ко мне. Осторожно, мальчик, там. Осторожно, осторожно. Хорошо, минута. Ты не понятно, кому поступал, правда? То ли он поднял, то ли нет, то ли поднял, то ли упал. Хорошо, Матвей. Спасибо, что собрали кимоно.
это нога вперед. Прямо нога блокируется, больше не хочет.
должны, не знаю, если я перекачал ноги, у меня как утро, я встаю как раз, потянулся, как схватился. Так, а сейчас смотри, сейчас вы делаете бросок через спину с колен, а-ля дали. А-ля дали, иди сюда. Начинает делать. Оп. Нога.
Мате. Мате. Куртки оставляем, пояса не одеваем, не оставляем, оставляем куртки, оставляем. Оставляем куртки. Оставляем. Значит, задача такая. Стоя на одном месте, перевести соперника в парк. Делай по 30 бросков, 30 свой коронный бросок. Иди сюда.
по одному и другому, я посмотрю. Да, мама. Ты готовишь? Да, мама. Сейчас, да, мама. Ага, а в другую сторону ему? Ножки шире. Хорошо. А патру? А тарику? А патру? Значит, делаешь так. Бон. Дай, а ну-ка. Голову, все, ручки, смотри. Аккуратно. Какого они сейчас у тебя цвета? Синий. Цвета загар? Синий. Синенький. Это у меня одна знакомая спрашивает, что делать здесь? И боксингом занимался, были соревнования, получил, говорит, есть ли здесь, но получил, говорит, синий. Разозлился, наверное, по
ужас. Я не дрался, тут болит, здесь болит, тут побито, здесь там костным все разбито. А на костным все так прячь. Когда молодой был, синяки были, я только радовался. О, мужик, как дали по ноге, вот такой синяк. Ходил круто, а потом кровоизляли, кровь свернулась и воспалилась. И не резались. Думаю, нафиг я это делал, блин. Все, одел щитки. Стали меня звать хоккеистом. У меня щитки были от сих пор до сих пор. Вот такой поролон. И я еще между ставил там резиновую прокладку. Одел. Так хорошо, я по ногам будто пить чего не чувствую. Как дал в ответ? Серега, ты что, сдурел? Я говорю, что ты лупишь? Ну я же подсечку делаю. Я говорю, мне по барабану уже, я уже не чувствую, я говорю, я просто тебе за прошлый раз. Вышли, второй номер, вышли, второй номер, да, Ника, вы меняетесь, один раз ты, один раз Владимир, сейчас ты отдыхаешь. Да. Ты же делал, сейчас делаешь ты Данику и Даник тебе, ты Данику, Даник тебе. Две минуты, пожалуйста. Нет. Джоэн, подтянись 10 раз. Дарин, или на канат, или на перекладину. Канат вот этот. Сверху, сверху, Влад, сверху цени, сверху. Видишь? Там снизу рука, сверху рука. Нельзя. Вы броски делаете, мальчики? Давай, Владимир, делай. Даник, вот. Вот так. Давай, делай. А, Владимир, он низенький, ниже садись. Давай работай! Давай, давай, Даня, делай! Захват сверху, Влад, захват. Стынга-дрябка. 30 секунд осталось. Давай, Даник, не разговаривай. Выше возьми, тебе легче будет. Возьми выше локтя. Владимир, делай! Вот, молодец, супер. Даник, делай! Что ты ходишь все время справа-влево? Там, где встал, там и стой. Он тебе подошел, ты его кинул. Время. Отдыхаем. Что ты ему хочешь рассказать, Дэн? Я спросил, что он гонит. Если что? Воду. Еще раз. Вода. Он хочет воду? Я хочу. Ты хочешь? Да. А зачем? Пить. А, ты что, селедку кушал? Нет. Он ел вчера. Сушняк. А, сушняк. Санаторий строитель. Я сижу у врача и выписку делаю. Я работал в не в санатории, а в больнице строитель. Я работал в санатории, пришел делать там выписки. Кто у нас лечился, этот. Сижу, приходит один строитель. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Говорит, так, говорит, горло болит. А после бодуна... После чего? Бодуна, это значит, клюкнул хорошо вчера, пришел, глаза открыть не может, несет от него спиртное. Доктор, я больной. Говорит, что такое с вами? Вы понимаете, в горле пушит, болит, наверное, заболел. Он говорит, доктор говорит, вы знаете, что говорит? Вы, говорит, когда селедку кушаете, говорит, не кушайте ее хвостом вперед, а хвостом.
постом назад и не будет болеть. Не могу дать. Доктор, я вас прошу. А сам Клюков. Или это, два чувака пошли за пиво. На стройке, а так как прораб там внизу был, они, значит, прыгнули на гравий, этот мелкий, два человека. И они вдвоем прыгнули и поломали руку один и второй в одном месте, вот здесь. И они у меня лечились, эти два парня, лечились. И у них как бы, ну, зажило все, но они носили гипс, чтобы побольше не работать. А что, идет этот, как его называется, больничный идет. Они пришли, значит, к доктору, они говорят, как говорят, ну еще так ноет, так болит, это. Значит, все, он их отпустил, выписал больничный, вышел доктор покурить, а это там солнце вертит. Ну не солнце, перевороты делает, там перекладины, площадка, а он больной. Ну ладно, говорит, больше ко мне не приходи. Да, кстати. Восьмичасовой рабочий день – это завоевание социализма. То есть до того, как не было СССР, все работали как можно намного больше. Восьмичасовой рабочий день. Отпуска тоже не было. А почему? А почему? А потому что капиталисту невыгодно, когда ты работаешь и отдыхаешь. И работали они и в субботу, и по воскресеньям работали. Но трудящиеся видели, что в СССР 8-часовой рабочий день. День отдыха. Потом, как оно называется, отпуск. День бесплатный. Медицина бесплатная. Образование бесплатное. И им пришлось то же самое потихонечку уводить из себя. Поэтому, когда вы будете думать, чтобы вы знали об этом. Ну, те родители, которые работают частно, там тоже есть свои принципы. Но если сам он может работать сколько? Вот водители, да? У них же есть норма. Если они перерабатывают больше, не устают, и вот авария в себе. А у нас были аварии в Союзе, в Советском Союзе? Так много. Были. Наверное, тоже были, но, наверное, не так много. Просто если человек работает, когда уставший, ну, чтобы вы знали, 8-часовой рабочий день, 2 дня отдыха. Это все профсоюз. Это все даже не профсоюзы, это социализм. Хотели коммунизм, ну это, конечно, тяжело, невозможно сделать. Хотели вроде капиталист, да. А у них и бесплатная медицина, школа учится бесплатно. Ну, налоги большие. Что-то есть, но там просто, если бы в России не воровали так сильно, жили бы все хорошо. Там такие деньги, 252 участка за одним чуваком. Вот сейчас он где-то под Москвой, замглавы этот область, 252 участка. Ну что с ними делают? Ну набрал, блин, мои участки. Ну зачем тебе столько? Кто будет продавать? Ну продавать, жизнь кончится уже. Сейчас, ну какой смысл? Я понимаю, да. Возьми себе, скажи, пацаны, вот, этот участок, этот, стройте здесь, этот, а этот дайте мне. Да возьми. Тот же самый мэр города, если скажет, что вот тут чистят, это все делает, скажет, ребят, я хочу вот этот участок, подарите мне. Что, мы не подарим? Урок детей, работа есть, да? Учителя нормально себя чувствуют. Вот сейчас там подняли зарплату. Подняли зарплату учителя. А у нас раньше как было? Мы идем в отпуск, приходим с отпуска, перед выходом в отпуск, нам давали 13-ю зарплату. 12 дней давали 13-ю зарплату. То есть мы получали как бы больше. Когда идешь в отпуск, больше у тебя там. И еще в конце, когда выходишь, тебе могли премию дать, еще что-то. То есть нормально. А сейчас эту 13-ю зарплату взяли и разделили на каждый месяц. Сказали, что зарплату подняли. А 13-ю зарплату теперь
Все, встали. Встали. Встали, одели кимоно, заправились, боремся по дзюдо. О, гладкий можно встать, вот видите, вот там. Так. Значит, есть два варианта. Одели кимпо пояса. Есть два варианта. Значит, первый вариант. Один борется с Владимиром и с Даником. Держит двумя руками, при бросках остается в стойке. Бросил одного, уходит второй. Так, Бутук, ты готов? Тебя куда поставить? Хорошо, все, ты идешь туда, вы тогда боретесь. А потом через 5 минут я поменяю, Влад, тебя. Хорошо? Влад, если с ними будешь бороться, двумя руками заклад и в стойке остаешься. Это с ними. А его как можешь. Чезар. Даешь заклад, берешь ответный заклад, но без падения делаешь. Стараешься остаться в стойке. Да, он может тебя потянуть и все что-то. Но ты его бросил. О, и только потом ты падаешь. То есть не раньше. Пожалуйста, Владимир. Красавчик ты наш. Выходи бороться. Дарич, постарайся остаться в стойке. Готов? Да. Итак, 20 минут. Отжимаем. Еще раз, Чезар, в стойке остаться. И удушающий. Эх, Артем. Двумя руками. Курянчик. При бросках стараться двумя держать. Или так. Ой, Владимир, красавец. Души, души. Души, души. Почему остановился? Руку к себе чуть руками и все. Так, ты сегодня красавчик, ты выиграл. Правильно того. Молодец. Удержал. А то он такой крутой ходил. А ты ему раз на хвост наступил. Смотрю, Владимир, хорошо. Ну, передним. Развернулся вперед, надо было бросать. Отлично, Чезар. Это удушаю, удержали. Да, так ногой, смотри, ногой лезешь, а ручки? Стой, Конгрено. Молодец, Владимир, хорошо. Взял сверху пояс и сразу влез зацеп голенью или заднюю подножку. И держись за него, пока не упадет. Отдыхаете самостоятельно.
Встали в стойку, заправили пояс, как раз и отдохнули. Сейчас уже зря. Видишь, вот в стойке молодец, в партере зря. Пошел на заднюю, то вот. Нет, ты, если бы пошел. Не, я бы упал. Да. Руки с огне. Пастухов, руки с огне, то улетишь. Я не боюсь, что ты упадешь, а боюсь, что ты головой ударишь. Еще там. Влад устал поменять? Нет. Ну,
Куси его за бочок и все. Все, Чезар, стоечку. Хорошо, молодец. Не давай, не давай, Владимир. Владимир, я тебя попросил, что сделать? Достать пояс и перевести на колени. А ты полез куда? Будешь доставать пояс и лезть на переднюю, заднюю, будешь через грудь получать. Переведи его на спину, на живот переведи, на колени. Хорошо? Посмотри, ты достал, начинает подсечка изнутри, раз, ноги широко. До свидания, вниз, вниз, потом эту руку отсюда, раз, за шею сюда. И буду задушить. Ой, красавец. Ой, еще раз. Ну, ладно, блин. Мате, 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 мате. И много говорят. Ну, до конца и удуши! Что ты махаешь рукой, блин? Отлично. Подставься, пастухов, и задуши. Болевой. Лучше все задушить, наверное. Подставься. Дай ему через плечо и задуши его. Дай на заднюю и посади его. Но для этого надо ножки шире, чтобы он залез. И не стоять на ногах. Что ты расслабился? Что он тебя отпустил, да? Не расслабляйся. Посмотри на его глаза. У него же хитрые глаза.
Посмотрел в глаза, посмотри, он будет бороться, не будет, сразу. А? Нет, не считается. Не считается, Чезар. А почему? Вставай. Не считается, потому что разговаривает. Считается, конечно, считается. Как не считается? Конечно, считается. Считается тогда, когда ты делаешь, ему сделаешь удержание и болевой, удержание и удушение. Тогда считается. А так мало. Да, укрись вот так вот бедро чуть-чуть рукой. Не бери захват, просто бедро укрись. Владимир, опять схватит за туловище. А удушает. А вот сам не бери. А, влево не боись. Не боись. Иди сюда, Владимир. Чезар Мате, стоечко. Смотри. Игурян устал. Молодец. Ты не устал, Павел? Владимир, растешь, смотри, уже он грязно тяжело дышит. Батух сегодня красавчик, такие приемчики. Выше руку держи. Ой, красавец. Опа! Ты не ломай, ты покажи его. Показал. Можно до пару. Красавец, смотри, сели. Послушай, есть разные виды борьбы. Есть борьба, когда ты его активность, то есть он за то, что выход, за то, что ногу взял. Есть. Вторая борьба. Есть нападение. Ты нападаешь. Для этого надо быть невыносливым и быть сильнее. Есть борьба в контратаке. Придумай. Это броски, красавец. Это броски. Выводи его. Например, вот отсюда. Делаешь? Хорошо болевые. Берешь под ноги пещеры, раз чуть-чуть потянул. Раз аккуратненько, раз чуть-чуть потянул. Раз чуть-чуть потянул. Вот туда раз зацеп голеный. Оп, упал. Болевой мужчина и выиграл. То же самое. Оставил одну руку. Раз. Как бы, чтобы он через спину вскалил. А сам уже готов удушающий. Он делает зацеп голеный. Ногу управил, раз ему через спину. То есть, вот такими, то есть вот так отхитрить, обмануть. Не просто ждать, что он будет делать, а вывести на него. Если ноги поставил широко, чуть-чуть тянул назад, естественно, он зацеп болями будет делать. Или под дзюдо, там, по самбо, там, за ноги, или там, мельник, за ножку туда просто. То есть вытаскиваешь. Или ногу ему выставил, поставил сюда, естественно, он будет подсекать. Раз переподсек, например, раз зацеп делал, то есть что легче. Он физически сильнее. Он тебя старается сейчас и физически, и технически хорошо подготовлен. Старается за счет атакующих действий. А ты используешь атакующие действия. Уже готовь удушающий. Вот, ой, красавец! Топ! Аккуратно. Видишь, как хорошо? Владимир, опять ручка пошла снизу.
вернее, своя сверху. И вроде бы ты его бросил, а он, видишь, как все. Ну что, рука снизу должна быть. Купил экран пастухов, блядь. Вот здесь поставлю и буду показывать тебе твою складку. Сейчас еще ноутбук куплю. Так, пацаны. Значит, пастухов, Чеза и Влад Бутуза 50 раз. Берете вот ту эту. И вот здесь на середине, тот, кто делает, головой ко мне делает. С той стороны Бутук, Владислав, Дарин и Владимир. Вот здесь. Музыку можно? Музыку сейчас подождите одну секундочку. Можно лучше 25. Тогда другим. Нет, нет. Это ты сам сделаешь. Сейчас, подождите. Просто выключил и включил. 50 раз. А уже потом делать тебе на перекладине. Головой ко мне. Он гурянул головой ко мне, чтоб видно было. Готов? Да. Все. Делайте по 50 раз и можете идти домой. Только грудью касаться.